Всем привет, с вами Светлана и Екатерина. У нас снова на канале наша любимая теперь рубрика, которой пока так и нет названия, потому что нам ничего по-прежнему не нравится. Нам надо, чтобы было коротко и ёмко, и вот коротко и ёмко у нас никак с Катей не получается придумать. Совсем недавно я прочитала новую повесть Стивена Кинга «Гвенди и ее шкатулка». Повесть мне не очень понравилась, хотя я ее очень ждала. Почему-то мне казалось, что это будет, ух, такое погружение в старый мир Стивена Кинга, да, что я прям, ух, в общем, буду в восторге. Но нет, в восторге я не осталась. Повесть так себе, никаких особых впечатлений она не оставила. Заняла у меня ровно полчаса. Но у меня почему-то от этой повести пошла ассоциация с летом, потому что действие начинается именно летом, и главная героиня со своей подругой готовили клубничные конвертики из слоеного теста. Надо же, даже героиня с подругой была, и у нас то же самое. Да, у нас аналогичная ситуация, поэтому сегодня мы будем готовить эти самые клубничные конвертики. Но, к сожалению, Стивен Кинг не привел в своей повести рецепта, поэтому нам пришлось выкручиваться. Как только поэтому можно. Света сделала свой оригинальный рецепт летних клубничных конвертиков. Ну, я не знаю, насколько он оригинальный, потому что есть классический, да, рецепт этих конвертиков. Тесто мы вообще решили сегодня не печь. Мы его купили. У меня всегда возникают проблемы со слоеным тестом. Я не очень люблю этот вид. Поэтому мы решили, что, ну, смотрите, лето. Летом что надо делать? Отдыхать. Значит, вся готовка должна проходить очень быстро. Поэтому давайте покупать слоеное тесто и готовить. Кстати, такая вот заметочка. Для клубничных конвертиков, понятное дело, потребуется клубника. Мы, конечно, сейчас купили клубнику, большую пластиковую, красивую, но мы рекомендуем вам дождаться все-таки клубничного сезона и использовать нашу тут вот родную хорошую клубничку. А если еще она у вас и на даче растет, то совсем будет замечательно. В общем, лето – это свежесть, это быстрое приготовление, так что этот рецепт для лета отлично подойдет. И чтобы клубничные конвертики отражали тот самый летний свежий вкус, хотя, мне кажется, он больше на самом деле вот относится к теплой весне, Света туда добавила мяту и лимонную цедру. И я надеюсь, что результат мне понравится. И давайте уже переходить непосредственно к приготовлению наших конвертиков. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. 500 грамм слоеного теста, 300 грамм творога, 2 столовые ложки сахарной пудры, 2 столовые ложки сметаны, цедра одного лимона, несколько веточек мяты и, собственно, клубника, где-то грамм 300. Так как тесто у нас готово, мы сразу займемся начинкой. В наш творог мы добавляем сразу сахарную пудру. Вот прям добавляем. Прям сразу добавляем, да. Сметану. Наверное, нужна была ложка. И все это тщательно перемешиваем. Мне кажется, уже будет вкусно, и можно так поесть творог. Кстати, на наш вкус мы делаем не очень сладкую начинку. Если кому-то нравится послаще, то добавляйте побольше либо сахарной пудры, либо пользуйтесь сахаром. Теперь в нашу начинку мы добавляем цедру лимона. Света, скажи, сколько нам ее добавлять? Цедру одного лимона, то есть полностью цедру с лимона. Бедный лимончик, мы же его разделим. И сразу давайте к цедре разберем мяту на листочки и добавим. Мы мяту мелко не режем, да? Я не люблю мелко резать мяту. Если кому-то нравится, можете, да, эти листочки еще меленько порезать. Ну, мяту, я так понимаю, мы добавляем на глазок, да? Кто сколько любит, да. Ну и теперь это все опять перемешиваем тщательно. Если листочки мяты мелко порежете, то она даст больше такой вот аромат мятный. Начинка у нас получилась очень вкусная. Ну вот теперь давай приступать к самим конвертикам. Наше слоеное тесто мы разделили на квадраты. У нас с Катей их получилось 8 штук. Квадратики мы чуть-чуть раскатали, чтобы они стали потоньше. И теперь будем складывать сюда нашу начинку и клубнику. Мы, кстати, решили, что мы конвертики будем делать в классической, привычной форме конвертиков. То есть у нас получатся слоеные треугольнички.
У нас в итоге получилось из 8 кусочков теста 8 конвертиков. Теперь мы смажем их яйцом и мы отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут, но все зависит от того, какой толщины у вас получилось тесто. И не забываем на тесте обязательно делать насечки, чтобы пар, когда наша клубника будет в духовке, выходил из наших слоечек. Я хотела сказать, что они похожи на злобных дьяволят. Ну, недаром это Стивен Кинг зловещий. Та-дам! Наши конвертики спустя всего лишь полчаса готовы. Катя сейчас будет пробовать, а я немножко еще вот две вот заметки можно сделать по рецептам. У меня на выпекание конвертиков ушло 17 минут, так что 10-15... При 200 градусах? Да, 10-15 мне оказалось мало, вот 17 самое то для меня. А я хотела сказать, они по-прежнему мне напоминают кого-то злобного. Смотрите на них. Ну, один конвертик мы разломили, сейчас будем пробовать. Света, ты тоже можешь попробовать. Да, спасибо. Да. Я тебе разрешаю. Я в таком варианте и не пробовала еще исполнение с этих слоечек. Даже я не пробовала. Хвалю Свету, она выбрала хорошее готовое тесто. Угу. Ну, надо еще раз отметить, если вы любите сладкую выпечку, то обязательно добавляйте сахар, потому что это у нас вариант получился совсем не сладкий. То есть сладость идет от клубники. Немножко такую кислинку придает мята и лимон, а вот если вам хочется прям сладенькой выпечки, то я думаю, 50 грамм вот к творогу надо будет добавить. Мне нравится несладкая версия. Мне тоже. Они очень свежие. Не сказать, конечно, что это легкая еда, но мне кажется, для завтрака или для бранча будет вполне себе уместно. Какие слова знаешь, бранч. Я даже не могу придумать, в какое время дня этот бранч употреблять надо. Я Свете на конвертике очень даже одобряю. Мне нравится, что они как раз-таки не сладкие. И мне кажется, когда клубника будет не вот этой вот красивой пластиковой, а натуральной, но не слишком красивой, они будут еще вкуснее. Они будут вкуснее, потому что вот тогда-то точно сахар не понадобится. Готовьте это очень просто, мне кажется. Или особенно если вы будете использовать покупное слоеное тесто, то это вообще проще некуда. Ну, не знаю, для меня слоеное тесто это вообще нечто сложное в готовке. Это то же самое. Как приготовить шарлотку дома? У меня не шарлотку, а штрудель. Штрудель. Вот. У меня оно очень редко получается. Оно то слишком толстое, то слишком тонкое. Я никак не могу найти вот эту вот грань. Поэтому слоеное тесто, честно признаюсь, я предпочитаю покупать. Так что спасибо Стивену Кингу, что он надоумил нас приготовить вкусные конвертики. Если вы отметим его в Инстаграме. Если вы вдохновитесь этим рецептом и будете готовить конвертики, то обязательно присылайте нам фотографии, потому что нам интересно. Я получаю невероятное удовольствие, когда смотрю на эти фотографии. И мы со Светой наконец-то сообразили, что для такой готовки мы сделаем отдельный хэштег «Тутолк еда». Оригинально. Поэтому, если вы будете готовить, неважно, где вы будете выкладывать фотографии, ВКонтакте или в Инстаграме, пожалуйста, отмечайте нас «Тутолк еда». Мы найдем эти фотографии и будем выкладывать их у себя в группе. Ну а на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, проходим, подписываемся и кушаем хорошо.